Не объяснишь людям, что мы здесь делаем? Отмечаем праздники со вкусом. Всем привет, всем привет! И этот Новый год будет незабываемым Fortnite. Никто даже предположить не мог, что новый Человек-паук и Мэри Джейн появятся в трейлере зимнего фестиваля. Должен его остановить. Ты этим и займись. О, а вот это для тебя. О, спасибо, чудесно, но не стоило. Уже ждем их в магазине Fortnite. В этом видео я расскажу, как пройти первое новогоднее испытание «Согрейтесь у камина в уютном домике». Но сначала немного о себе. Не забывайте, что я скоро раздам подарки в честь Нового года тем, кто покупает с моим тегом автора и присылает свои видео ко мне в Instagram. Подарки – несколько скинов. Всем удачи и погнали в уютный домик! При входе в игру нам дают эмблему для флага, доску «Взгляд Мидаса», сразу не забывайте забрать ежедневный подарок. Домик в главном меню будет находиться правее надписи V-Bucks, вот тут, где я вожу мышкой. А чтобы выполнить задание, нам необходимо кликнуть, нажать левой кнопкой мыши на Генерал Мороза, а затем на сам камин. Настоятельно рекомендую не совершать моих ошибок и забрать Глайдер Страж, который посвящен коллаборации с Матрицей. Он будет находиться именно в этом подарке. И является самым редким подарком. Вот и остальные предметы, которые вы можете получить. А также ледяного банана.